сказать слова огромной благодарности коллегиям, критикам, которые будут оценивать спектакли, представленные на фестиваль. Я сейчас была свидетелем, они уже сдружились, они стали родными. Дорогие критики, будьте, конечно, очень требовательными и дружелюбными, потому что от вашего мнения тоже во многом зависит успех нашего фестиваля. Я очень пристально слежу за тем, как развиваются события в Казани на фестивале «Навруз». И вижу, что с каждым разом фестиваль становится все больше, фестиваль становится все крепче, все серьезнее. И уже объединил практически все тюркские народы праздником Навруз.